Екатерина Ивановна, жена Семена Захаровича Мармеладова, дама преступления и наказания. Беспрестанно кашляет. Образованная и урожденная штамп-офицерская дочь, сердцем и чувств высоким, там уж гадушная, с тупым достоинством, грудью славы и щекотки наклонную, ужасно похудевшая женщина. И дочь отпуска, бедная. Законная жена Николая Федоровича Ставрогина, роман Достоевского, детский. Ее в образе важен активный макияж. Мария Тимофеевна мелится, румянится, у них брови, используя весьма своеобразную помаду. Старинные платья, кисельюшки, кружева и все. Фишка наряда – совершенно окаленная шея, без платка и без бурнуса. Обратите внимание, она мелится, румянится, и применяет такую помаду, которую, в принципе, нигде никогда не применяют. Вот опять делится. Вот сейчас она делится, а вот сейчас она, кажется, турбинянится. Обратите внимание на активность макияжа.